МЧС, конечно, есть чем заняться, я не успеваю следить. Но, насколько мне известно, обломки не найдены. Ну и возможно, что метеорит был газообразным, то есть жесткий газ, лед из газа. Вот. Газовый лед или как? Межпланетные тела. То есть возможно, что он был, структура его была не металлическая, а именно ледяной, из газа, да. Хорошо, не будем гадать, дождемся выводов экспертов. Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией был губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Все, нашли метеорит, несем его, короче, в МЧС сейчас отнесем на проверку. Ой, метеорит я нашел. Он из чего состоит? Жесткий газ, там жесткий снег. Лед запекся. Жидкий лед был. Стал жесткий газ. Он тяжелый, еще горячий. Но он холодный, но горячий еще. Холодный, вот, да, лед. Здесь лед, здесь снег горячий. Лед из газа. А здесь жесткий снег. Газовый лед, снег. Инопланетное тело. Инопланетное тело нашли. Давай, тащи. Быстрее. Потащили, потащили. Ну и возможно, что метеорит был газообразным, то есть жесткий газ. Он из чего состоит? Жесткий газ. Лед из газа. Вот. Газовый лед или как? Жидкий лед был. Стал жесткий газ. Межпланетные тела. Снег. Инопланетное жесткий. Тело. То есть возможно, что он был, структура его была не металлическая, а именно ледяной. Из газа, да. Он тяжелый, еще горячий, но он холодный, но горячий еще. Хорошо, не будем гадать, дождемся выводов экспертов. Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией был губернатор Челябинской области Михаил Юревич.